Здравствуй, любимый зритель! Ты слышишь Алексея Халецкого, который продолжает вести к мировому господству Грузию. На последнем уровне сложности божество. Sidmer's Civilization 6 Gathering Storm. И это не первая серия. Так что если вы вдруг пропустили первую серию, то лучше к ней перейти. Ссылка есть в описании, либо в верхнем правом углу появляется. Ну а у нас тут следующая эпоха. Средневековье. У меня опять нормальный век, правда, меня вот радует, что темный век у Монголии. Правда, в следующем она тогда может, видимо, в героический свернуть, у меня будут проблемы большие с лояльностью. Так, что я выберу? Наверное, продолжаю монументальность. Продолжаю монументальность. Я буду районы строить. Я вот все спешу город сюда поставить, но боюсь, что мой поселенец не так быстро может дойти, как вон поселенец Китая. И, кстати, я вот думаю, может быть, на Вавилон кто-нибудь из его соседей нападет, хотя он Чингисхан туда отправил, конечно, много послов. Но вдруг кто-то решится, я бы тогда подсобил с другой стороны, и как Канди мы бы захватили и Вавилон. Так, зал для приемов мы построили. Давайте думать тогда, кого брать. Виктор у нас в Кутаиси сидит. Тут у нас имеется еда. Хорошо, в Пенгале. В Телаве Пенгала сидит. Тут тоже можно на еду. На Росприк, тут не так много еды. Ну, в Тбилиси, видимо, стоит. Так, вот этот у нас поселенец поедет на этот остров, наконец-то. Я тогда закончу реально расселение. Или... Так, ну Каспий у нас уже не растет. Блин, ну, ладно, давайте отправим все-таки Блин, а может не Магнуса? Может Рейну нам в Тбилиси? Чего мне сейчас Магнус-то? Дайте Рейну, а потом прокачаю на начальника порта, наверное. Чё мне там Магнус даст? Я тут ничего вырубать не собираюсь уже. Так. Тут я пытаюсь заблочить на самом деле перемещение. Давайте вот так сделаем. Ну, чтоб... То есть этот поселенец может теперь только сюда пройти. Ну, проблема в том, что он может прям там ставить город. Прям тут может поставить город. Другое дело, хочет ли Китай там город ставить. Так. Что у нас Каспий обрабатывает? Ну, давайте здесь еще шахту тогда. Подождите, а почему я поставил сюда... Кампус? Если кампус, естественно, надо вот тут делать. Может, прям даже сейчас уже? Это ж на плюс 5 кампус, да? Да, на плюс 5. Ладно, давайте я пока сюда перепрыгну. Выкупаем клетку. Вырубаем скот и ставим сюда кампус. Чё откладывать? А потом можно и акведук. Кампус на плюс 5. Мне, конечно, тут завезло. Так, чисто сюда пришел, чтобы контролировать. Блин, у него там арбалеты уже стоят. Но у меня пока дружба, как видите, и с Китаем, и с Монголией. Чему я несказанно. Правильно, по-русски несказанно удивлен. Потому что, особенно Монголия так со мной дружит. Прям в десна целует. Так, что бы мне тут дальше открывать? Давайте, наверное, в ученичество пойдем. Надо уже производство поднимать, пока есть такая возможность.
Так, вот то, что там Бразилия Бандар Брюней хочет захватить, мне это не нравится, конечно. Только туда два посла кинул. О, я могу еще сразу. Ну, наверное, вот прямо сейчас Рейну, мне кажется, не стоит прокачивать. Наверное... Наверное, стоит Лян в Руставе. Конечно, там придется покупать. Покупать рабы. Ну, то есть Лян ради того, чтобы больше... Ага, и я могу больше караванов посылать. Так, какие-нибудь задания... От... По-моему, было от ГГшки какое-то задание. Вот, от Бандар Брюнея торговый путь. Ну, я бы отправил сейчас из Телави или из Рустави. Давайте из Телави отправим. Потом покупаем тут торговца. Все, заканчиваем ход. Что построили? Вот видите, двигается, двигается. Нет. Но... Меня радует, что он дальше не пройдет уже. Так, выбранный редкий ресурс не влияет, либо дает дополнение. Но мне, наверное, черепахи бы не помешали. Или кофе. Давайте за кофе проголосуем. Там еще и бразилец может проголосовать. Дополнительные единицы дают кофе. Я сейчас тем более кофе пью. Так, торговые пути, проложенные к выбранному игроку, дают плюс 4. Давайте за нас проголосуем. Вполне может, кстати, пройти. У нас тут хорошие отношения с монголом и китайцем. Они могут ко мне посылать. И в итоге, блин, черепахи не дают довольства. Твари, какая тварь голосовала? Бразилец голосовал. А нет ли у самого бразильца черепах? Ладно, и чё, торговые пути к неизвестному игроку? Ну ладно. Так. Ну, надо только молиться, чтобы он прямо здесь не поставил город. Потому что дальше он поселенцам пройти не может. Другое дело, что и я не могу... влезть никак вот сюда. Может, как, не знаю, так подвинемся. Мне надо, чтобы он убрал отсюда юнит. Так, значит, из Талави я хотел в Бандар Брюней. Ну, пока вроде не падает Бандар Брюней, и я начинаю золото от маяков получать. Так, тут стоим, просто смотрим на перемещение юнитов. Так, так, нет, давайте чисто на производство. Нет, ничего не меняется, ладно. Я все надеюсь на появление каких-то морских юнитов, чтобы повоевать с ними, попрокачивать. Но почему-то ничего не появляется, никого точнее. Тоже ничего не меняется. Так, а где-то у нас карточка на дополнительное феодализме, да? Давайте мы, наверное, феодализм лучше откроем. Хотя Лян 4 хода. Ладно, давайте один ход госслужбу пока пооткрываем. Потом феодализм, поставлю карточку и буду тут покупать. Я понимаю, что у меня нету монументализма, я не вышел в золотой век, то есть рабочие не так шустро будут бегать, как хотелось бы. Но это надо. Надо обрабатывать территорию. Блин, ну что? Вот я уверен, сейчас китаец поставит город. Неизвестный город. Нет, не поставил. О, поплыл. Так, это очень хорошо. Теперь мне только надо как-то... Вот как? Можно к нему как-то обратиться? Там типа, что войска... Не выкапывать. А, у меня еще и влияния не хватает это попросить. Блин.
Блин, как мне сделать, чтобы он отсюда юнит передвинул? Прям даже интересно. Так, а где там моя вторая лодка? А тут на автомате плавает, ладно. Поплыли в наши... В наши края. Сволочи. Черепашек запретили. Которые только у меня были. И все за черепах проголосовали. Ну это, конечно, трындец. Жалко. Чем черепахи не угодили? Кто-то из грузин хреновый харчо из черепах приготовил просто. И поэтому весь мир, ну, я так и знал. Найти повара и казнить. Угу. Так. Канди. Тут у нас акведуки. Давайте, наверное, тут пока начнем. Так, один ход прошел, значит, ставим на феодализм. У нас вообще тут поселенцы, строители, оборонительные здания. И первый посол. Давайте строителя. Не хочу пока коммерческий район тут делать. Вавилон Бандар-Брюней, Вавилон под влиянием Бразилии оказался. Очень хотелось бы реально еще и Вавилон забрать, вот честно. Ну серьезно, ну подвинься. Я очень не хочу сюда, как город. Вы же понимаете, минус 20 это трындец. Тут нормальное место на вот на этом геотермальном. О, с Чингисханом закончилась дружба. Будет ли он? Да, будет дружить дальше. Слава богу. Но вот это, кстати, странно симпатизирует цивилизация со слабой кавалерией. Может, наоборот, ему надо было симпатизировать тех, у кого сильная кавалерия, то есть... Такие же люди, как и они вот у них лошади, и у нас лошади. А что ему симпатизировать тем, кто не любит лошадей? Ну как-то странно, нет? Как не считаете? В Руставе недостаточно жилья, но там сейчас Лян присядет и жилье появится. Блин. Ну я не хочу вот отсюда уходить, потому что тогда поселенец прыгает на любую из этих клеток и ставит город. Но как сделать так, чтобы он оттуда город, свои юниты... Почему-то ни один из этих юнитов не двигает, хотя он и плавать умеет. Я не думаю, что у компа тоже прописано прям держать место для города. Всё, коронавирус. Так. Ну, смотрим. Блин, ну вот, походи там. There is no easy way to train an apprentice. Так, рудник, дополнительное производство и промышленная зона. Блин, я реально не знаю, что тут делать. Так держать долго. Да, может, если я выкуплю тут клетки, это как-то... Для себя мог все дальше выкупить, но я ж не могу. Ладно, сейчас одна клетка вырастет следующим ходом. Дальше давайте... Акведук я пока нигде не строю, да? Не знаю, давайте пока военную инженерию. Кстати, как я тут по науке вообще сильно отстаю? От Китая отстаю.
Странно, что Бразилия, кстати. Обычно Бразилия на божестве прям улетает по науке. А, она причем на первом месте. Ну, как-то немного, кстати, науки для первого места. Прямо скажем. Блин, я не знаю, ну... Пододвину, может, кто-нибудь сюда встанет. Ну не хотят они отсюда уходить. Так, феодализм открыли, значит, ставим два заряда строителя, два влияния. Оборонительные здания, наверное, нет. Ну, блин, сколько там поселенцев еще осталось? Один ход. Наверное, из поселенца можно убрать тоже. Так, два действия, два влияния. Бонусы соседства кампуса. Да, поставлю. Содержание юнитов. Ну, не скажу, что прям... Ну, вообще у меня... Там и так губернаторы сидят, они жилье дают. Это что лучше? Мне кажется, все-таки производство поставить. Ладно, давайте производство поставлю. Так, один ход так и остался. Отлично. Ну, предположим, встану сюда посильнее. Блин, ну если я же поставлю, это... Мне даже никакой губернатор не поможет. Вот, например. Это плюс 8 будет всего лишь, а там минус 20 лояльности. Это ж трындец. Ну, блин, ну свалите отсюда. Что вы тут стоите? Я не понимаю. Что за идея? Так, это в Кутаиси бегал, да? Но мне хочется, чтобы еда и производство были. Поэтому лучше из... Давайте из Рустави отправим. Заодно тут, наверное, дороги не будет. Он, наверное... А может и будет... Наверное, будет дорога, да. Так, феодализм. Плантации плюс к пище. Нормально. Нормально. Город до 10. Есть какой-нибудь шанс это быстро сделать? Что у нас в Тбилиси? Что в Руставе? В Руставе рост. Так, сколько тут стоит купить строителя? 160. Покупаем. Там сейчас достроится. Хотя в Канде тоже надо на рост поставить, конечно же. Но не знаю, давайте пока... Военный лагерь я не буду в ближайшее время. Давайте пока в наемники тогда пойдем. Пока так. Кукупе покай муанау. А, кайте факатата майкуэ китоте маурино. Так. Как, ну, кстати, Маури недалеко. Как дебильно поставлена столица у Маури, да? То есть вообще практически ничего не обрабатывается. Твари, свалите! Идите нафиг отсюда. Я не знаю, может как-то... Блин, мне жалко деньги тратить на выкуп этих клеток. Не знаю, давайте так встану. Я не знаю, как вот сделать, чтобы он свалили. Просто если я уберу... Вот эти юниты, он пойдет поселенцам сюда.
Не, не буду предлагать. Что там с Бандербрюнеем? Ничего. Так, я из Рустави хотел в Каракорум. Потому что это и еда, и производство, и наука. Ну, чуть меньше денег, не 10, а 6 вход. Ну, это не такая большая... Так, там обработано, тут просто равнины, да? Ну, давайте сначала рыбу, чтобы город рос. Так, этот у нас поплыл сюда селиться. Там тоже, кстати, китаец вполне может. На этот, или тот же Купа, между прочим. Так, Тбилиси чисто на рост у нас теперь. Так, я вообще, пока у меня есть деньги, я просто тут хочу строителей покупать. Так, тут тогда... Промышленный акведук тут не построить, да? Кампус тут тоже хреноватенький. Ой, блин. Ну, не знаю, наверное... Центр. А стоит ли тут мне уже тройку вот эту делать? О, слушайте, а давайте храм Артемиды. Слушайте, давайте. Чё-то никто не хочет его строить уже долгое время. Вот тут можно и попытаться его забрать. Так, тут торговца. И после торговца... Так, а что с акведуком у нас? Тут акведук делается. Тут дамба. И тут промышленная зона очень крутая встанет, опять же. Давайте, значит, сюда дамба, сюда акведук, сюда промышленная зона. Зашибись-ка. Зашибись-ка. Ладно, подумаю, что еще после... Не думаю, что надо кампус прям строить уже. Тут 6 науки. Тут 10 науки, да? Класс. Красивые у меня эти два кампуса. Ну, потому что соседство получается, конечно же. Ну, китаец, ну уйди. О, делегацию отправил. Так, надо и к нему отправить. Двинь своими юнитами. Ну, не хочет он, не хочет. Нет, я против этого кризиса. Какую-то сегу, я даже не знаю, где бразилец находится. Так, вот от мародерства, создание военных лагерей, дополнительную единицу. Нет. Просто пока нет. Сволочь, как я ненавижу китайцев сейчас. Такой город там должен встать. Сколько уже ходов протеряно. Так. Ну, надо идти, конечно, тут вырубать. Но по пути... Мы же открыли лесопилку? Ой, блин, что-то я военную инженерию завтыкал. Четыре. Давайте по морю сюда поплывем. Так. Ну, Вавилон пока нет смысла союзить, потому что у меня нет... Не союзить, а посылать посла, потому что у меня просто нету библиотек еще нигде. То есть мне посол ничего давать пока не будет. А тут еще фиг... Ой, блин, надо делегацию к Купе отправить и посмотреть по торговле что-нибудь. Так, Купе, лови делегацию. Ни хрена себе, я твою при... Ах ты качок. Тупорывый, ах ты. Ты смотри, какая, а? Цаца. Ну, вы видели, да? Мы все видели. Какая цаца. Так, ладно. Что с ресурсами? Могу кофе.
Но ни у кого ничего нету. Ясно. Так, еще торговые пути могу поддерживать. Двигаться они тут не желают. Так, что я хочу тут либо построить, либо сделать? Ну, пастбище, да, предположим. Я бы уже промышленную зону тут, наверное, строил. Промышленная зона вот здесь, видите, плюс один. Благодаря... Значит, тут нужен акведук, так? Пошли сюда промышленную зону. Вырублю. За один ход я пропущу. Что в Телаве построен? Маяк. Тут, значит, торговцы делаем. Что-нибудь еще где-нибудь построим? Там торговец строится, строится. Тут посел плывет. Никак. Может мне этого рабочего сразу с поселенцем отправить? Давайте. Давайте сначала вот этих овец еще обработаем. Угу. Ну, неплохо, неплохо. Пингала да еще в самом большом городе все еще сидит. Отлично. В принципе, как видите, культуру я имею как раз благодаря только населению, ну и Пингале. Наука в некотором смысле тоже, хотя у меня уже сейчас 16 науки идет от кампусов. Так. Тут вырубаем и ставим сюда промышленную зону. Хочу сначала промышленную зону, потом акведук. Куплю клетку, наверное. О, отсюда лошадь свалила. Так. Занимаем это место. Давайте вот так подвинемся, может он захочет сюда свалить. Ну давай, двигай телом своим бренным китайским. Даже не лошадь, вот этот свалил отсюда, а эти вверх подвинулись. Давайте мы вам коридор. А, какой коридор? Надо занять это место, чтобы они сюда не встали. Так, сколько стоит лошадку выкупить? 75. А... рабочего купить. Ну, конечно, рабочего. Потому что это по 5 зарядов у рабочих я сейчас покупаю. Это просто круто очень. Просто очень круто. И вот этот храм Артемида, я вам хочу сказать, будет очень крутой. Так. Что у нас тут с доступными путями? Из Тбилиси в Каракорум давайте. Угу. Ну вот тут промышленная зона вообще в ноль. И тут, ну правда, Виктор сидит. Тут надо... Знаете что, я тут тоже строителя сделаю пока. Строитель. Я знаю, что еще одного... Еще один караван можно. Нет, ладно. Тут давайте строителя тогда, а тут караван. Ну, там же лян, вы понимаете. То есть это будет 5 зарядов, а не 4. Хотя, подожди, какие 5? 6, наверное, зарядов вообще. Да, 6 зарядов. Будет у 6 зарядов, а не 5. К чему мне тут стремиться вообще? Конечно, можно в цехи. В цехе, точнее.
Ну блин, ну вот что это за уникальное здание вообще? Три туризма и три веры. То есть это чтобы в будущем накопилось веры покупать рок-группы и победить. Ай, ну это тупо. Чудо света античности, но это, к сожалению, не чудо света античности. Это чудо света древнего мира. А античности я тут ничего не смогу построить. Поэтому пошли просто в картографию. Апнем наши галерки. Заодно вон наемников открываем. И в торговую республику. Так, военная инженерия ускорена и открыта. Может, от международных путей... Вместо производства в городах поставить вот торговую конфедерацию. Там уже, ну, нормально. Наверное, по-моему, три международных путя у меня. Будет две науки, две культуры в ход капать. О, господи, не может быть. Да. Боже. Вот осталось еще это, чтобы свалило отсюда. И прям будет вообще зашибись. А, ну тут надо... Производство капало. Так, тут можно именно на производство переключиться. Так, акведук готов. Не могу пока производственную площадь строить. Так, зато можно переключиться на рост. И давайте как раз тут библиотечку начнем. Накапал флотоводец. Просто плюс 3 к боевой мощи всех морских юнитов. Ну, давайте используем, чё не. Пускай. Пускай. Так, в Каракорум. И тут стоим. Кстати... А, блин, я уже не подвину. Ладно, тогда так стоим. Этот сюда. Ну, этого уже направим помогать поселу. Заодно сможем через океан плавать, откроем, когда каравеллы. Уже три посла. Ну, без верфей пока бессмысленно. Кстати, и верфи мне нужны. О! Я лесопилки открыл, но не построил еще ни одной. Дальше идем. Я вообще смогу 10 жителей-то в городе когда-нибудь? Ну, слушай, когда я построю храм Артемиды, Тбилиси у меня точно до 10 вырастет. Просто к тому, что я пока подзабил на госслужбу. Ладно, пошли так, заодно очередного губера посадим. Боже, не может быть, он уехал. Как долго мы этого ждали, а? Смотрите, тут уже минус лояльности. Ну, минус один лояльность, ну, господи. Господи, ставим, конечно же. Конечно же, ставим. И тут даже можно... Ну вот смотрите, здесь кампус будет все равно плюс 4. Видите? То есть это работает, фигня. Давайте мы сразу кампусы поставим тут. Я бы, кстати, сюда Виктора пересадил. А вот средневековые ярмарки откроем. Тем более это будет следующим ходом, похоже. И посадим губернатора. Ну, наверное, так и следующим ходом и пересадим, я так думаю. Так, какие у нас тут доступны? Ну, я бы из Амало кто-нибудь отправил. Из Амало в Каспий. Да, наверное, так и надо. Да,
Не будет денег, зато город развиваем. Нет, какой тут кампус? Конечно же, монумент тут нужен. Так. Наверное, сделаю тут лесопилку. When I saw the house of Artemis that mounted to the clouds, though. Класс. Так, сколько он тут дает? Ну, 4 еды, понятно. 3 жилья еще сверху. И каждый лагерь, пастбище и плантация в пределах 4 клеток дает плюс 1 довольство. Но это, наверное, следующим ходом пересчитается. Тут еще тебе пастбище. То есть, 1, 2, 3 и все. А, нет, 4. 4, ну нормально, плюс 4 довольства. Кстати, в связи с этим можно и Рейну пересадить, в общем-то. А давайте подумаем тогда. Я бы, наверное, сразу, вот сейчас тогда Виктора в Амалу. Рейну, пожалуй, в Кутаиси. Пингалу, конечно, может быть и стоило в Тбилиси сразу, но он еще не растет. Поэтому мы кого наймем? Блин, Магнуса. Ну, я ничего тут вырубать. Вот, ну вот, один лес, да, вырубить. Я все остальное не хочу вырубать. Тут у меня нету производства. Вот еще, предположим, на холме, да? Ну, Амали только вот здесь, если. Все. Как бы, а чё Магнус изначально дает? Просто без прокачки. Ну, то есть вот эта вырубка. Может, лучше какую-нибудь... Вообще, Магнуса вот в этот город бы. Хотя тут все равно равнины. Тут сплошные равнины. Тут тоже не надо ничего вырубать. Ну, я даже не знаю. Может, лучше Амани в какой-нибудь... Да и Амани некуда. Ладно. Ладно, я, наверное, Магнуса в Каспии назначу. А этих реально пересаживаю. Значит, Виктора в Амалу. А что за город Амалу такой в Грузии? Рейну в Кутаиси. Ну и просто тут в Тбилиси сейчас жилья немерено и счастье тоже. То есть тут можно обойтись без губернатора. Торговец завершен. Промышленная зона. О. Ну да, я бы сюда, конечно, поставил промышленную зону. А давайте в библиотеку. Тут надо будет вырубить, отправим какого-нибудь. А, здесь надо делать промышленную зону. Здесь, а не коммерческую. Ну, блин. Да, больше соседства гавани дает. Но у меня позже негде уже промышленную зону ставить. Монголия принимает политический... Бразилия объявляет войну Китаю. О, это здорово. Вот это здорово. Ну, все равно плюс одно удовольствие. Но я думаю, просто другое счастье пошло в другие города. Так, массовое. 4 торговых пути. Ну вот четвертое надо просто ускорить сейчас. Знаете, тоже в Каракорум. Или в Пекин. Давайте в Пекин. И поставлю. Давайте возвращать этих ребят. Поставлю наемников. И апну в каравеллы.
Не понял. А, я перебросил только сейчас. Я просто хотел же, да? Посылать на еду и производство. Так. Тут я, значит, пока эти клетки обработать не могу. Пошли лесопилки делать. И здесь... А это может сразу отправить... Что-то он долго идет. У меня что, дороги нету? Хочу вырубить тут, поставить уже промышленную зону. Так, ну мне деньги будут нужны на апгрейд кравел. Ну там сейчас два хода. Я просто думаю, что у меня... Ну блин, промышленная зона сейчас... Так, тут дамба 12 ходов строится, а в Каспе сколько? 10. Я просто думаю, что передать эту клетку, тут лучше дамбу строить. Ну, он быстрее строится, в Каспе более производственный. Давайте в Кутаиси, наверное, акведук. Ой, чуть акведук на кампус не поставил. Или кампус, нет, давайте сначала акведук. Против игры, против компьютера отставать по науке не особо страшно, на самом деле. Тут самая большая проблема у вас с производством, потому что... У компьютера куча бонусов, и он эти армии, он армию может просто из воздуха брать. Ну там куча денег, куча производства. А вы без производства просто не сможете от него отбиваться. Блин, может он сейчас пойдет в Вавилон? Нет, не пойдет, он пройти не может. Так, давайте... Юниты... Блин, как бы мне вот реально Вавилон попробовать захватить? Просто... Кхмеры. Просто в Кутаиси ставить промышленную зону до строительства акведука бессмысленно, потому что она просто ноль дает. Ну, тут вот из того, что мы открыли, пока ничего нам не надо, но я поставлю... поставлю... Где тут? Скидка в золоте. Соседство кампуса. Давайте, наверное, сейчас я куплю строителя еще одного. Блин, ну следующим ходом еще строится. Мне сейчас надо менять. Блин. Ну через такую одну клетку Вавилон просто нереально захватить. О, Вавилон убирает. Китай перекупил Вавилон? Нет, это кхмеры. А что, кхмеры тоже воюют с Бразилией? Ух ты. Хорошо, а ресурсов у вас нету? Нету. А у других? Что-нибудь появилось вообще? Чё у всех по одному все? Только я кофе черепахами обмазываюсь. Суп харчо из черепахи ем, а потом кофейком заливаю. Не, пускай вот эту клетку обрабатывает. Тут у меня пантеон на плантации очень хорош. Ну все, последний город основан. Больше я не собираюсь расселяться. Но, в принципе, мне мое расселение в этой игре... То есть, собственно, везде, где я хотел, я поставил города. Как ни странно. Хотя мы так плотничком очень были. Библиотека готова. Давайте, наверное, дамбу действительно буду строить. 10 ходов, промышленная зона 6. Или лучше вы... Так, давайте... Ладно. Пока торговую конфедерацию заменю на... На вот стоимость
снизится немножко наука. Просто хочу посмотреть, сколько у меня останется денег после апгрейда. Раз, два, три, четыре. А, блин, я не могу еще апать. Блин, и тут не проплыть. Опять сюда тогда плыть надо. Я хочу следующим ходом апнуть уже обе каравеллы. Я просто думаю, что надо бы сначала тут все-таки С другой стороны, тут вот эта река может мне реально нагадить мед. Видите, какие районы вокруг стоят. Так, хорошо, какой тут промышленная зона будет? Плюс 5 промышленная зона, ё-моё. А чё так круто? Акведук. Каменоломня, район и правительственная площадь. Да, круто. Не, ну отдавать, типа, ставить тут промышленную площадь. Не. Давайте, давайте выкуплю. Я думаю, у меня хватит денег на апгрейд каравелл. А когда я построю промышленную зону, это мне очень ускорит строительство дамбы. Ну и, как я и говорил, назначу Магнуса в Каспи. Красота, по-моему, будет. Так, ну тут, наверное, монумент не стоит. Мне рабочий есть. Поэтому с гавани. Кстати, что с кампусом? Будет тут нормально? Да, плюс 4. А почему плюс 4? Потому что плюс 2 от рифа, плюс 1 от горы и еще по плюс 1 от тропических лесов. Так что тут у нас... Кампусятина просто красивая очень. Да, давайте тогда с гавани. Сюда гавань. Еще какую-то ГГшку убили, сволочи. Так. Ну, я думаю, на этом я эту серию завершу. Спасибо, что смотрите. По-моему, получается неплохо. Хотя я ожидал, что страданий будет больше. Ставя карту... О, Мали еще встретили. Так, а где он? Мы обменялись информацией. Ага. Он тут со всеми прям дружочек-пирожочек. Зато с Бразилии. Эти Бразилии вообще все ненавидят. А чё так? Чё так? По неизвестной причине. Ладно. Продолжение завтра. Спонсоры канала продолжение видят прямо сейчас во вкладке сообщества. Спасибо, что смотрите. Играйте в умные игры. Всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!